Ну что, Андрей, наверное, рад вернуться на поле? Да, конечно, рад. Все равно, когда там 3 недели смотришь, как пацаны тренируются, а сам сидишь или там проходишь какую-то реабилитацию, это всегда очень тяжело. Поэтому хочется всегда играть в футбол, и быстрее-быстрее хотелось вернуться, поэтому я рад, что наконец сыграл. Болевых ощущений уже нет, все нормально? Да, я себя отлично чувствую, уже там, ну, перелом ребра, оно уже как, оно сзади и где-то сбоку, поэтому я уже 2 недели ничего не чувствую особых болей, но как бы, чтобы себя сохранить, поберечь, поэтому решили мне дать немного больше паузы, но как бы я 2 недели активно тренировался, готовился, поэтому сейчас себя чувствую отлично и готов там на все 100%. В матче с Динамо Барнаулом насколько помог быстрый гол? Да, почему? Ну, не совсем помог. Мы вышли, все были настроены, вышли ребята, которые много не играли, они все хотят играть, все хорошо тренируются, поэтому как бы мы играли, доминировали, и все сложилось отлично. Можно ли сказать, что победа была одержана на классе, потому что показалось со стороны, что команда очень спокойно контролировала эту игру? Да не сказать, что на классе, просто на огромном желании. Все хотят играть, все хотят быть футболистами, кайфовать от футбола, поэтому хорошо так сложилось, 2-0, могли забить еще больше, хотели забить еще больше, но, к сожалению, вот так вот. Ну, наверное, идеальным было бы возвращение, если бы еще и ты забил. Ну, я старался, но главная цель – это победы, а голы они придут. После Кубка голова уже переключилась на мысли об ФНЛ? Да, голова только и забита ФНЛ, поэтому не то, что ФНЛ, футболом она забита, поэтому неважно, Барнаул, Нижний Новгород, КамАЗ, будем выходить и играть на победу. Что знаешь о будущем сопернике, о КамАЗе? Да, команда бьется, как и все остальные, серьезный соперник, будем готовиться, подготовимся, передохнем, выдохнем сейчас и поедем, и будем биться.